Так, включил запись Фрапс. В общем, ситуация следующая. На аэропорту Красностав стоит вертолет Ми-8. И кто-то уже приехал его чинить. Я это слышал явно. Так, вижу, бегают зомби там. В аэропорту. Ага, вижу Урал военный, слушай. Да, они приехали на военном Урале. Сидят за рулем. Дистанция 400 метров. Блин, я со своей М-ки не попаду. Еще машинка стоит красная. И, собственно, сам верт. Опа, они начали движение. Значит, в Урале двое. В скине солдата, как у меня. Уехали. Я думаю, что сделаю. Наверное, залягу я здесь и понаблюдаю просто за происходящим. Урал приехал. Зомби вылезли. Так. Один в машине, другой пошел к вертолету. Один побежал. У него снайперка СВД. Он явно пошел кого-то там прикрывать. Он лег. Их там трое, блин. А я один. Он что, со снайперки сейчас будет стрелять по зомбям? Сейчас он... Слыша выстрел. Вот это не дебилы. Так, а эти ребята... Чего так ласково? Чинят вертолет. Один сел. Так. Ну, блин, он просто стреляет со снайперки. На него сейчас зомбаки посбегают в большом количестве. А эти чинят. Чинят, чинят, чинят. Опа, один сел. Нет, не сел. Сейчас не будет его заправлять, наверное, еще ходить. Блин, ребят, проблемы. Так, двое сели. Куда-то они стреляют, слушай. С пулемета стреляют, так нормально. А! Один сел на пулемет этого вертолета и стреляет по зомбям. Вот это они заливают там. Второй бегает пока вокруг. И главное, впоследствии пилота убить. Ох, они сейчас тут устроили, слушай, тут вообще. Я все это записываю. Посмотрим, чем это закончится. Но, блин, я один, у меня слабая пушка, а их трое. У них вертолет с пулеметом, и у одного я вижу... О, он взял какой-то АС-50. Фак, у него тепловизор, он может сейчас меня заметить даже. Лучше, как я прилягу. Ох, они там заливают, слушай. Но они же понимают, что стреляя со своих снайперок, блин, тяжелых, они еще больше зомбей просто на себя нагрят. Сейчас они просто придут и вкачают им там. Вот они убегают к Уралу. Снайпер. Точнее, ну, чувак в скине лешего. Убежал. А где остальные два? В общем... О, даже один зомбак спускается. Ага, они лутают вышку. Вышку лутают. Окей. Второй где-то бегает рядом. Третий. В общем, двое в солдатском скинах. Один в лешем. Солдат с ТВС. Хоть бы по краям посмотрел. Уже он... Опа, они куда-то уехали. Взяли Урал и погнали. Так. Забирают своего третьего.
и уезжает, видимо, сзади деталями. У меня очень слабенькая пушка, чтобы им сейчас устроить засаду. Реально слабенькая, тем более их трое. Снайперку бы мне, тогда было бы меньше проблем. Фелис, какой 17-й ЛПД? 434, 475 или 435? 475. Я не помню, честно ли. И у меня проблема. Ладно, сейчас табличку посмотрю. Я слышал хлопок двери где-то здесь рядом, хотя машинка уехала. Походу, тут еще есть. Наблюдаем пока. Я со своей слабенькой пушкой соваться как бы в бой не хочу. Так, секунду. Я слышал... О! Ух ты, там... Там кто-то очень страшный повалил ребят на Урале. И всех там поубивал, глянь. Ничего себе. Да там экшон. Куча трупов там возле этого Урала. Либо кто-то на них напал. Потому что он явно лег под Урал, да, и перекатывается. От кого-то он там обороняется. Снайпер. Интересно, от кого? Там экшон. Опа, убили снайпера этого. Так, один снайпер положен. Точнее, он сейчас лежит, истекает кровью, его там вырубило. А ребята все лежат под Уралом, там ползают. Сейчас их там поснимают тоже. Вот, один погиб, походу. Зорч, от тебя шумит. О, пропал. Снайпер там весь истекает просто. Блин, мне его жаль. Я до них вообще не достану, потому что 800 метров. Стреляют по кому-то. Блин, я это пропустил, вот блин. Стоп, снайпер с калашом, это честно не Black Plume? Нет, это не он. Ну блин, там война вообще реально идет, слушай. Там... Я все это пишу, но... Я не могу понять, что там происходит, там... Опа, еще одно. О. Доктор Бобо был убит. Там кто-то ползает в этом гиле вокруг Урала. Собирают все сливки. А, за ним еще кто-то пришел. Там сзади кепка какая-то. Блин, пришел с калашом там. Либо с Энфилдом. И он был убит. Что там вообще происходит, слушай? Кошмар. Так, сейчас зомбак будет бить того чувака в гиле. Вот мне проблема в том, что меня разделяет целое поле. А поле пустое абсолютно. То есть даже близко к ним подползти, чтобы добить уже просто последнего, у меня не получится. Меня заметят. Наверное, нет. Его убрать некуда. А камеру берешь, да? Камеру беру? А ты скачал тоже на подзапись? Да, скачал. А показывал? Нет, не показывал. Я найду, ладно? Найдешь. Не знаю, найдешь или нет.